Всем привет! Только что случилось просто невообразимое. 24 минуты назад наступил новый день. По чистой случайности этот новый день – это мой очередной день рождения. По абсолютно такой же странной случайности некоторое время назад порешили, что в этот день Украина празднует свой день независимости. И так как эта дата опять сошлась воедино, мы решили поехать. Сами знаете уже куда. Так, теперь все не самые толерантные люди могут не смотреть эту серию влога. Короче говоря, мы летим в Киев. Вот, я сижу возле чемодана, это как бы намек. Через 7,5 часов у нас вылет. Иногда лучше не перезаписывать первый дубль. Публик, привет! Все, утрамбовался. Присядем на дорожку. Мой именинник. Сегодня будем перемещаться магическими прыжками. Раз. Два. А вот тут мы задержимся чуть подольше, потому что здесь вода с потолка капает. И еще по одному поводу. Я вот снимаю вот это вот неспроста, потому что недавно Аленка снималась в рекламе официальной Евробаскет 17. Для чего? Как это? Что я делала? Ну, ты приглашала украинскую сборную. Нет, в Израиль. Нет, я их витала. Приветствовала. Короче, смотрите на, я не знаю где, на спортивных телеканалах? Да. Вот, смотрите на спортивных телеканалах Аленкину рекламу. Это роскошь по мне. Как вас зовут? Очень приятно. Хотите меня? Это приятно. Да. Посмотреть. Признание, оно приходит обычно незаметно. Нас смотрит прекрасная женщина Марина из Duty Free. Класс. Нам было очень приятно. Марина, спасибо большое. Нам очень приятно. И продолжайте нас смотреть. И три. Пять. Это пять или пять уже было? А, значит пять. Пальцев уже не хватает показывать. Но еще пару прыжков. Денис и Сало. Да. Картошка на разлив. Ой, это же мой любимый магаз. А, можно пополнить. Это пополняют так телефоны. Одиозный магаз. О, тут же можно забухать. Ладно, ладно, что кричишь. И 8. Ну, с днем независимости тебя. Здравствуй, дорогой. Привет. Поздоровайся с подписчиками. Привет, подписчики. Молодец. Считайте, что мы уже на конечной точке. Потому что мы встретили Стаса, Миша и Саша, знакомьтесь. Помахайте камеру. Вашей ручкой. Почему конечная точка? Потому что вот я ехал в Киев для того, чтобы меня Стас забрал и отвез в красивое место. Все, мы в него едем. Вот там Беларусь. А как правильно, Беларусь или Белоруссия? Белорусы. Кто там подписчики белорусы? Как правильно? Итак, 10. Ребята, мы в Чернигове. А Чернигов — это такой город в 200 километрах от Киева, севернее. Никогда здесь не был. Никто из нас здесь никогда не был. Тут прикольно. Наверное. Короче, нам нужно за Чернигов.
Бывает морда кривит, ну что делать? Ну, молодец! Блин. Молодец! Я Денис Шарин, и я делаю обзор этого места. Сетка. Чисто. 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 Что это у нас? Плазма. Чисто. Ладно. Ну, чуть-чуть есть. Все. Место забраковано. Все, грязно. Да. Нашел. Вообще сегодня мне противопоказано записывать.